кстати, и начинателем вот этого движения. И первый фестиваль был как раз здесь. Но он не потерял вкус любви его устройства. Господин Калёва, поздравьте, пожалуйста, Медведева Путина с праздником. Праздником. Пожелайте им. Спасибо вам большое. Восхищаемся. Вы самый выдающийся дирижер нашего времени. Восхищаемся. И второй президент СССР Медведева тоже. Спасибо большое, господин Калёва. Восхищаемся. Спасибо. Господин Калёва, поздравляем вас. Поздравляем вас с праздником. Вторым президентом СССР Медведева. Тоже поздравьте Медведева с высшими наградами. И вас, лауреатов фестиваля «Слава честь России». Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Восхищаемся. Вы самый выдающийся дирижер нашего времени. Там растения, всякие базилики и все, и мелиссы, и все остальное. Значит, поэтому для детей очень интересно. Сделали так, как вводят экскурсии, каждую по двое, там есть история, экскурсоводы сами. У нас здесь вот в Кузьминках 18 маршрутов экскурсий. Разные снимают всего это, и он там тепло видно, как пчелы заходят, как они, это, где матка появляется. И вот детишкам рассказывают, значит. Наша Россия, наш президент, правда, Россия, право честь. Вот тут прекрасные флаги партии «Единой России». Вот сегодня здесь всех участников, кто от партии «Единой России» на таком прекрасном празднике. И я знаю, что на все 100% этот праздник сделал народу. Наша партия «Единая Россия». Спасибо, восхищаемся вами. Вы создали высший кинематографический образ для нашего фильма, который мы выдвинули на высшей госпремии Медведеву Дмитрия Анатольевича, Светлане Владимировне, Леонид Дмитриевичу Медведеву, Владимиру Александру, Марию Владимировичу, Кирилл Владимировичу, Юрию Михайловичу Лужкову, Владимиру Ильичу Зотову, Грызлову, Володину, вам, главным героям, расчите вашу героическую руку. Спасибо, поздравляю вас. Поздравляю вас. Срока Медведева. Слава России. Победа России. Путин. Партия «Единая Россия».